Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий гений. Привет. Привет. Чё, как дела? Нормально. Чё, в Калифорнии, что ли? Не, в Огайо. А, в Огайо. Понятно. А сам Original City какой? Original? City. Ну, приехал откуда, в Штаты? Ну, from Ukraine, of course. Украина, да. Украина. Ну я понял, это же не ответ. Город важен. Да вы не знаете этот город. Светловодск, маленький городок. Ну, ну давай уже ехай, ну сколько. Ну я понял, да. Светловодск, да, маленький. Я что-то даже не припомню. Запорожская область, что ли? Нет, Кировоградская. А, Кировоградская, да. Я географию Украины хорошо знаю. Можем посоревноваться. Допустим, Ахтырка какой области? Так, к сожалению, я не знаю. Ну, я знаю. Ну, хорошо, ладно. Накиньте вам без... Есть вопросы интересные? Да не, шо вы. Да шо вы в Канаде живете, шо вас спрашивать? А, про Канаду что-то мне... Это вы мне по канадскому флажку поделили, что ли? Да нет, я вас видел раньше там с другими блогерами. Ну, понятно. Ну, хорошо, всех благ, удачной поездки. Признание Америки, Москва-Швея, Примус, Пивная, еще парочку. Ссылка удалена, ссылка удалена. Откуда будете для начала? Красноярский край. Понятно. Вы на какие темы общаетесь? Перечислите и выберем. Взаимоинтересующие. Я не так. Я больше... Собеседник начинает какую-то тему развивать, и вот так вливаешь. Нет, ну вы же не на любые темы будете общаться, правильно? Допустим, по ядерной физике не будете, наверное, по терминалике не будете. Наверное, что-нибудь такое, история, футбол, вы сейчас... футбол можно. Да, вы же для чего-то пришли сюда же, вы же специально сидите. Да. Я вам перечислил, в зависимости от собеседника. Вот я и спрашиваю. На какие темы собеседник компетентен разговаривать? Я же поэтому вас спрашиваю, на какие темы вы разговариваете? Я еще раз повторяю, собеседник начинает какую-то свою определенную тему, я в нее вливаюсь. И если я не хочу на нее разговаривать, я просто иду дальше. Да, ну это так мы очень долго будем нащупывать темы. Вы не можете обозначить темы, которые для вас приоритетные, на которые вы обычно общаетесь? Несколько тем. И я из них выберу одну и будем беседовать. Потому что это так получится. Хорошо, я просто вопрос задам. Да, задавайте. Я вам просто вопрос задам. Вы включили проектор и показываете какие-то слайды, правильно? Да. Как фон. Ничего, так сказать. Ну, некоторые ставили. У меня вон фон еще это вот на лампочке мигает. Я понял. Вы в этих слайдах ничего не хотите подчеркнуть, это просто, ну как, картинка. Да, да. Ну, кто спрашивает, я вам поясняю, что это за слайды. Да, у меня разные бывают слайды. Компьютер выбирает рандомно вот папки. Сейчас одна папка идет, потом другая. Если народ спрашивает, я объясняю. Если неинтересно, скажет, я начну ему рассказывать. Он говорит, значит, что ты мне расскажешь? Это мне неинтересно. Бывает и так. Ну, я вижу, старинные, это какие города там у вас? Ну, это один город, это Харьков 1908 года. Да, Влада, за все время. Да. История. История. Один из... Нет, история Харькова. А, ну да, да, да. Ну, видите, когда-то был титульным городом Российской империи. Большевики, к сожалению, отдали его Украине. Злой казус истории, как говорится. Так, ну тоже был. Бывает, смотришь тоже что-нибудь старинное, там еще дома не было, ну где-то
как просто поле было, а потом уже сейчас застроили все. Ну да, да. Да, такое. А вы в Красноярском крае, говорите, живете, да? Ну да, да. А где? Канск, Уланск? У нас утром уже. А? Ну я вижу, у нас еще вечер. Я знаю ваше, Канск, Уланск, потом перед, что там еще, Капризанцайском, Мариинск, Боготол. Ну в какой части, в западной? Не, Канск ближе к Канску сюда. А, ну Канск это туда, на восток, дальше, да. Кан, река. Еланск, у вас следующая остановка, если ехать на поезде, на скором. На двойке, на Владимир. Не, есть такая. Да. Нет, это основная станция. Поезд даже в Канске не останавливается, там двойка. Или 53-ка раньше была. Красноярск, следующая Иланская. Часа 4, по-моему, ехать. Где-то так. Ну так вы все, вы вопрос задали, а на какие темы так и не перечислили? Какие темы для вас приоритетные? Да, честно, нету, я не готовился ни к какой теме. Просто вот сейчас с вами разговариваю, вот как бы общение все. Ну я понял вас. Ну хорошо. Я вижу, что вы хотите пообщаться конкретно какую-то тему просто. Да нет, но у меня несколько тем, я еще на какое собеседование компетентен общаюсь. И здесь, на этом перекрестке. У вас крутые очки. Да, спасибо, у вас тоже. Спасибо. И картина у вас такая выводится, тоже красивая, на проекторе. Ну, это слайд-шоу идет. Да, красиво. Вы, смотрю, дежурный по ОВД, по отделению, да? Да. Понятно. В каком городе, если не секрет? Город Ставрополь. Понятно. Ставропольский край, вы в каком городе? Харькове. Я там был. Там красиво, мне понравилось. Да, чисто. Я с вами чистый город. Согласен, согласен с вами. Вы на какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? То вопрос, в принципе, интересный. Прям таких нет. Но хотелось бы узнать, как у вас вообще в целом по экономике в стране. Я пошутил. Я из Канады вообще. Да у нас неплохо. Это я изначально из Харькова. Если хотите, ну да, я вижу канадский флаг там. Если хотите, заходите на мой канал. Посмотрите. Хорошо, давайте. Давайте, обязательно зайду, обязательно. Вам должно быть понравиться. Вот, это русская часть названия. Вставляете в поиск Ютуба и попадаете на три канала. Копируйте. Да, хорошо. Скопируйте. И здесь на С Воркуты. Откуда? С Воркуты, а вы? А, с Воркуты. Я из Харькова. Ну как? А что, Украина вас под VPN так специально поставили, что ли? Не знаю. Ну вообще, в Воркуту-то приехали на заработки, откуда? Ранее где жили? Ну, это гостайна. Тайна, я понял. Хорошо, вопрос у вас есть интересный? Ну, а что у вас за картинки? Это вы где путешествовали? Нет, это же картинки, им более 100 лет. 1908 год, Харьков. Ну, может, где-нибудь попутешествовали там. Ну, я бывает, я ставлю картинку там, где путешествовали, но в данном случае это... Виды Харькова 1908 года. Виды Харькова 1908 года. Так, надо пожаловаться на жачку. Чего пожаловаться? Мастератора. Да не, ничего, своему админу говорю. Все хорошо. Понятно. О, что слился-то? Давай ты... Здорово, отец. Здорово, сынок, как дела? Верно зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. Ну, я с России буду. Какого города?
С какого города? Самара. Понятно. Понятно. Ваш вопрос интересный. Ваш вопрос интересный есть. Ну, смотря на какую тему можно пообщаться, на любую. Ну, Вайвора, задайте. Вайвора, задайте. Если интересует, будем общаться. Будем общаться. С какого города? Я? В Торонто. Я? Да. В Торонто. Как там в Торонто живется? Нормально? Нормально. Нормально. А вообще родом откуда? Из Харькова. Из Харькова. Ну вот, ёпта. Харьков хороший город, блин. Хороший. А почему пришлось уехать? Короче, пришлось. В Канаду модно уезжать. В Канаду модно уезжать. Если бы куда-нибудь в Албанию уехал, нормально. Ну там в Канаде же холодно. Да теплее, чем у вас. Да теплее, чем у вас, Самара. Канада, Шана. Канада, опять страна по меридианам. Больше России, кстати. Больше России, кстати. Север на юг. Север на юг. Тут есть там, где тепло. Тут есть там, где тепло, там, где холодно. Как больше России? Она больше России не может быть. У нас Евразия, ё-моё, блин. Ну я ж тебе говорю, по меридиану. По меридиану. На юг. Север на юг. Запада на восток, конечно, Россия намного. Ну да. И Суманна попроще Россия больше. А именно северная юг, Канада, самая большая страна. Ну да. Понял теперь. Если хочешь, заходи на мой канал. Заходи на мой канал, а тут эхо большое. Есть желание заходить? Есть желание заходить. И здесь, на этом перекрестке. Класс, а что это? А вы откуда? Вы откуда? Нет. Днепр, да. Днепр. Ну я понял. Это Харьков, 1908 год, фотографии. Проекты. Кажется, старина, соображаешь. Ладно. С праздником вас. Сегодня день города в Харькове. Взаимно. Да. Давай, успехов. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяет. Разговаривает. Да дурака валяет. Разговаривает. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. Воронеж передали в 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Голодьбу всяко прочую, за станицы родные, за луга, за люные, да за царскую отчину. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. 12. Москва с Кубе. Отправляется с первого. Куда? Проспал! Скорый поезд, номер 12. Москва с Украины отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22 отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4 прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68... Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд...
Тихо, отец, договоримся. Харьков, Краснодар. Отправляется с 5-го. Телефон спецсвязи. Первый. Это 7-й. Объект со станции Харьков ушел.